Еще раз добрый день. Сегодня 7 февраля, мы находимся на выставке Imagine Italia. Вы видите перед собой Татьяну Чеченеву. Мы на стенде компании Antica Santoria. Как всегда, народу много, но мы выбрали момент, уже конец дня, когда уже практически никого нет, это пусто на стенде. Ну вот, Таня, расскажи, пожалуйста, о марке, сколько она существует? Марка существует с 2000 года. И за это время у этой марки есть 18 монобрендовых магазинов в Италии. И как бы продают в год на 15 миллионов евро. То есть это очень большой оборот. Изделия, как вы видите, очень оригинальные. Они непростые, они сложные. Я смотрю, вот. Очень красивая вышивка, да. Ручной работы. Много ручной работы. То есть такой... необычные изделия все, непростые, да. Непримитивные. Цена вот этой туники с вышивкой ручной работы 30 евро. 30 евро, значит, в рознице 65-70 евро на 80, 4200-4300. В общем-то, для такой туники из чистого хлопка с кружевом, я считаю, что это очень достойная цена. Так, нет, сейчас 60 на 80, 4 800. Около 5000 рублей. Я поправлюсь. Вот, но опять же, смотрим. Это хлопок сжатый, это да? Это хлопок, да. Кружева, хлопок. И смотрю, вот это вот такая беленькая, лаконичная. Очень красивая коллекция еще джинсовых курток. Посмотрите, как сделано. Да, и внутри подкладка интересная. Да. Здесь тоже вышивка полностью. Эта куртка стоит 57 евро. То есть для этого изделия 5 размеров существует. Моделей очень много. Смотрите, сколько, да? Вот мы переходим. Здесь от цыганских моделей до элегантных. Цыганские – это стиль хиппи, который родился на Амальфитанском побережье и на острове Ибица, который известен своими наклонностями. Да, и, в общем-то, это отражает полностью стиль хиппи. Так, ну это 67 евро. Это 67 евро. Это цена с фабрики. Цена фабрики. Это не дешево. Не дешево, но нет. Потому что здесь как бы двойное кружево, вышивка. Есть и туники, которые стоят от 14 евро тоже. А где? Давайте я вам покажу. Давайте посмотрим, где 14 евро. Ассортимент бешеный просто. Вот, например, вот в этом бирюзовом цвете. Туника с кораллами. С кораллами. Это 19 евро. 12 евро. Ну, грубо говоря, 25 евро в рознице. На 80. Трудно сосчитать. 2000 рублей. Здесь тоже вот такие красивые джинсовые куртки. Тоже в бирюзовом цвете. А там стоило 57 евро. А это сколько? Это стоит 54 евро. Ну, практически то же самое. Да, я думаю, мы пришли, вышито, да, ну все блестит, это со стразами, это стиль такой определенный. Это стиль, да. Потом есть также вот такая туника, тоже вся вышитая, очень красивая. Тоже кораллы, тоже бисер. Кораллы, да, морская тема. Да, ну вот, сейчас на стенде нет людей, это совсем мало, просто днем было не пробиться сюда, и только вечером мы смогли вот показать вам этот сюжет. Также могу показать купальник, тоже кораллы, то есть можно подобрать полностью образ пляжный. Туника, купальник, джинсовая куртка, сумочка, и все будет в одном стиле. Вот этот, например, стоит 25 евро, с уплотненной чашкой. 4000 рублей в рознице. Но это фирма. Это фирма Antica Santoria. Она будет на выставке где? Она будет на выставке в Москве с 25 по 27 февраля на Линджери Форум. И ждем вас. Ждем покупателей. Ждем покупателей. И будем там представлять ту часть коллекции, которую можно будет заказать непосредственно со склада фабрики в Италии. То есть вы сделаете напрямую. Заказ напрямую.
и через неделю он уже будет готов. Вы помогаете с доставкой, говорите, как что сделать, да? Конечно, транспортные компании организовывают доставку, растаможку и предоставляют все необходимые документы. И еще раз вернемся, чтобы резюмировать. Цены от 12 евро до. Самая дорогая туника вышитая у нас стоит где-то 67 евро, самая дорогая, а вообще цены идут от 12 евро. Ну, в общем-то, магазин и средний плюс, и премиум имеет возможность здесь что-то заказать, да, и для себя. Но вещи действительно интересные, вещи непростые, очень много аксессуаров. Сумочки, тапочки и так далее. Вот разные эти вот вещи, которые позволят в магазине разнообразить ассортимент. Я хотела показать еще на большие размеры. А, есть такие большие туники, размеры. Очень красивых цветов. И она стоит 24 евро. 24 евро. Летучая мышь. Да, тоже с вышивкой. Это большие размеры подходят. 4000 в рознице с 100% наценкой. Хорошее предложение. Хорошее. Главное выбор. Выбор. Сколько всего много. Вот, например, 17 евро. 17 стоит евро. Такая хлопковая туника с вышивкой. Даже если это 40 евро в рознице, 3200 рублей. Но это антика Сантория. То, что мы видим, когда посещаем пляжи в Ницце, да, Монте-Карло, там магазины, вот очень много продают этого. Тоже большой размер. До какого размера? Ну, это one size, рассчитан на большой размер, one size. Эта туника тоже стоит 24 евро, и вот какая она большая. 4 Я думаю, это даже на 2 XL очень даже. Не, это больше, чем 2 XL. Даже больше. Ну, да, конечно. Как такая, она как туника, то есть она подходит с размера L или дальше. Спасибо. Мы ограничены в формате, уже 7 минут наговорили, а надо 3 минуты. Поэтому главное, что на выставку, где вы будете, Линжери форум? Линжери форум, да. На Линжери форум с 25 по 27 февраля приглашаем всех. Таня будет всех встречать, примечать. Приходите. Приходите, будем ждать.